Украинские войска не оставляют попыток террористических атак в глубине российской территории. На этой неделе по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской ударили реактивными беспилотниками Ту-141 «Стриж». Аппарат еще в советские годы собирали на Харьковском авиазаводе. Очевидно, их как-то модернизировали, например, наводили по американской системе GPS. Беспилотники были сбиты, но из-за обломков трое военнослужащих погибли, четверо ранены, повреждена обшивка двух самолетов. Надо сказать, что у этой атаки могли быть более серьезные последствия, ведь повреждены стратегические ракетоносцы и бомбардировщики, часть ядерной триады.